Боке то пожелаем Орхот Цадиким, путь праведных, глава врата 16, врата лени, и рассочные деврея Тора Нишматкор, что им нас храм Хайсер Батамара, Леруба Дастер, Яков бен Зево, Лихоз бен Цури, Леруб бен Огол, Яков бен Рахель, бен Портхай бен Адина, Насаха Нина Яльтов бад Йохевед, Насаха Тимцев, Упада Митров, Вашама, всему еврейскому народу, и рацион, Гам Леохай бен Мирям, Шамохай бен Мазар, Гам Лариса Бачура, Врата лени, мы сказали, что лентяй, если посмотреть, то он не годится ни для этого мира, ни для будущего мира. Потому что не хочет ничего делать. Говорит он дальше так. И сказал мудрец, самый ленивый среди людей, тот, кто ленится приобрести умных и страшащихся Всевышнего друзей. А еще более ленивый тот, у кого все это было, а он утратил. То есть, кто самый большой лентяй? Тот, кто не пытается, чтобы у него были хорошие друзья. Кто это хорошие друзья? Это те, у кого есть хохма и ярачамай, страх перед Всевышним. А хуже этого человека, это тот, у которого были такие друзья. Допустим, он учился в Ишиве, и он закончил. И потом он этих друзей растерял. Он закончил Ишиву, пошел в калч, я не знаю, и так дальше. Он говорит, а еще более ленивый тот, у кого все это было, а он утратил таких друзей. Всевышний создал слабое создание, которое возделывает свое поле и трудится для своего пропитания. И дабы ленивый поумнел, следует научить его. Написано, в Мишле, 6 глава, 6 пасук. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на его поведение и сделайся мудрым. Так говорит Шломо, кому учиться у человека, у муравья? Пусть лентяй устыдится, видя, как усерден и осторожен в своих делах слабый муравей. То есть Всевышний, которому мы сказали, слабое сознание, которое Всевышний создал, это муравей. Который работает на поле, Шломо Амелех говорит, лентяй, иди посмотри и научись у него. И пусть поучится у муравья, как быть усердным, как избавиться от гнева, лени, и спасти себя от преисподней. Тот человек, который лентяй, в конце концов, не дай Бог, он попадает в гейном. Как спасти себя? Научиться у муравьев не быть лентяями, не гневаться и быть усердными. Но есть и весьма положительная лень. Например, полениться сделать зло или устремиться за страстями. То есть человек должен не лениться исполнять мицвот. Но то, что касается грехов, не дай Бог, там лень – это хорошее качество. Рассказывают о человеке, которого царь хотел послать в опасное место, а он не хотел туда идти. Царь устыдил его, а тот сказал царю, «Лучше, чтобы ты порицал меня живого, чем молился за меня мертвого». То есть царь его хочет отправить в опасное место, он не хочет туда идти, всеми путями, всеми возможностями пытается увильнуть от этого. Когда царь его спросил, устыдил его царь, что он ему сказал? Лучше, чтобы ты меня ругал, пока я живой. Ругай меня, но я живой. Чем, если я пойду в это опасное место, и там я умру, ты будешь потом молиться за меня, после того, как я умер. Подобное этому сказали мудрецы. Есть усердный, получающий награду, и есть усердный, теряющий ее. Есть ленивый, получающий награду, и есть ленивый, теряющий ее. Усердный, получающий награду, работает всю неделю, но перед субботой не работает. Усердный, теряющий награду, работает всю неделю, и перед субботой тоже работает. То есть, человек должен научиться правильно жить, правильно работать по-еврейски. И этот усердный, и этот усердный. Но есть у нас праздники, есть у нас праздники, есть шаббат, есть йом-тов. Поэтому, какой бы ты ни был усердный, ты должен знать, 6 дней работаем, к шаббату мы отдыхаем, к шаббату мы готовимся. Теперь. Ленивый, получающий награду, всю неделю не работает, но и перед субботой не работает. И шаббат, и в пятницу он тоже не работает, готовится. Ленивый, теряющий награду, всю неделю не работает и перед субботой не работает. Так говорит трактат Псахим, лист 50 страница 2. Взгляни же и убедись, что есть похвальное усердие и есть дурное усердие.
Также и о лени можно сказать. Есть похвальная лень и есть дурная лень. То есть, несмотря на то, что мы сказали, что человек не должен быть ленивым, а должен быть усердным, трудящимся, все это нужно применять в правильном месте, в правильное время. Да, должен человек работать, но желательно, если, как мы видим здесь, в пятницу он может не работать, желательно в пятницу не работать, готовиться к шаббату. Поэтому он говорит так: подумай же и рассчитай, как делать доброе всеми частями своего тела и всеми своими движениями. Избери для каждой части своего тела немного легкости и немного тяжести, и все во имя Всевышнего. То есть, говорит Орхот Садыким, человек должен рассчитывать, думать свои действия, что он делает, как он живет, и чтобы все части его тела и все движения, которые он делает, были для служения Всевышнему. Не нужно быть лентяем, человек все-таки должен применять усилия. Например, Лявдиль, человек идет в джим. Для чего он идет в джим? Чтобы быть здоровым. Но он там не поднимает год, два, три, пять, десять, все пять паундов, как он начал поднимать, он постепенно увеличивает. Для чего? Для того, что его мускулам, чтобы они стали прочнее, нужно добавлять усилия. Поэтому он здесь и говорит, что немного легкости, немного тяжести должно быть. И все должно быть во имя Всевышнего. Как вчера мы с вами проходили на Даф Йоми трактат Хагига лист 5. Был человек, который полгода шел для того, чтобы учиться в Ешиве один день. После Песаха он выходил, 3 месяца он шел в Ешиву, один день учился, потом 3 месяца возвращался домой, чтобы быть со своей семьей дома на Суккот. Его назвали студент-однодневка, но когда от этого ему стало неудобно, неприятно, и Раби Йоханан попросил его, чтобы он не гневался на этих Талмидей Хахамим, которые там были, чтобы из-за него их не наказали. И потом он сказал, что человек, который занимается один день в году, засчитывает ему Бог, как будто он занимался весь год. Почему? Потому что когда он шел в эту ешиву и возвращался домой, он делал это именно для изучения Торы. Как мы с вами говорили на шаббат, когда мы сделали с вами Сиум Масехет, Моэд Катан, человек даже когда спит, может зарабатывать мицвот, если он спит для того, чтобы служить Всевышнему. Ест, работает, если у него голова в Торе, считается, что он 24 часа изучает Тору. Дальше он говорит: с легкостью прибывай с друзьями, которые собираются для учения заповедей и добрых дел, и затруднись быть с насмешниками и творящими зло. То есть, будь проворным для того, чтобы быть с друзьями, с людьми, которые изучают Тору и исполняют мицвот. Но если они болтуны и насмешники, и творят зло, там будь лентяй, туда не торопись идти. Пусть глаза твои обретут легкость, когда ты смотришь на закон и дела заповедей, и затруднись даже взглянуть на никчемные дела, на идолов и на женщин. Опять глаза твои тоже пусть будут шустрыми, чтобы изучать Тору, но ленивыми, чтобы не смотрели туда, куда нельзя. Уши твои пусть легко открываются слушать наставления и назидания, и пусть уши твои не слышат ругательства и болтовню. Кто-то тебе сделал замечание, скажи ему спасибо, потому что он желает тебе добра, он беспокоится о тебе. Но если ты сидишь с людьми, которые матерятся, ругаются, болтают, оттуда нужно уходить, там нужно быть ленивым, чтобы туда попасть, держаться подальше. Дальше он говорит: ртом и языком затруднись ссориться, лгать, насмешничать и злословить. То есть, что человек должен лениться делать своим ртом? Не гневаться, не ссориться, не говорить лашон ара. Но торопись учиться с легкостью наставлять, назидать и приказывать о добром. Пропустили строчку. Он говорит дальше так: легко раздуй свой нос, гневаясь на злодеев, и не гневайся на праведников. Поэтому аф, гнев, на иврите называется аф, и также называется нос. Нос тоже называется аф на иврите. Почему? Потому что когда человек гневается, у него ноздри
раздувается, так? Видели быков, когда они показывают им красную тряпку и так далее? У них ноздри. Поэтому он говорит, когда ты гневаешься на злодея, легко гневайся на него для того, чтобы его исправить. Но не гневайся на праведных людей. Дальше он говорит, не поднимай руку на ближнего, пусть она отяжелеет, но не сжимай руку, да будет она легкой, когда даешь бедному. Торопись давать в милостыню и честно делать свое дело. То есть, не дай Бог, не поднимай руку на другого, там будь лентяем. Но чтобы давать цдаку, не зажимай свой кулак, а дай ему, открой руку, делай добрые дела. Пусть тяжелы будут твои ноги ходить по путям злодеев, в трактиры и на праздные гуляния. Но легкими ногами беги в дом молитвы и в дом учения. Ходи навещать больных, провожать умерших в последний путь и посещать дома скорбящих по умершему, исполнять все заповеди. То есть пусть легкие ноги у тебя будут лентяями, ленивыми, если, не дай Бог, их тянет на грех. Но когда нужно исполнять мицву, навещать больных, скорбящих и так далее, пусть они, у твои ноги, будут у тебя шустрыми и не ленивыми. Не отяжеляй сердце свое злыми мыслями. Какие это за злые мысли? Зависть. Завистью и ненавистью. Но размышляй об учении. Легко достигай степени любви ко Всевышнему и чистого страха перед Ним. То есть человек должен научиться и в своей голове, и в своем сердце держать чистые мысли. Думать хорошо о людях. Не завидовать. Мы сказали, ами говорят, одна из причин, что человек говорит лашон ара, злословие, это его зависть. Поэтому постарайся быть с чистыми мыслями, без зависти, без ненависти. Думай о Торе и приближайся к любви ко Всевышнему и страха перед Ним. Так ты станешь легким и расторопным в сердце своем. Устремишься к высшему свету. Если, как мы сказали, будем делать то, что написано в этой главе, быть проворными в исполнении мицвот и ленивыми в их нарушении, тогда, бедрат Ашем, мы будем легкими и расторопными, будет у нас доброе сердце, и мы будем приближаться к высшему свету Всевышнего. Баруха Дунай Леолам. Амин ве амин.